Всем привет, мы с вами снова играем в Sims 3 Райские острова, потому что я знаю, вы любите Райские острова, но я давно этого не делала. И, кстати, Альфонсо чинит, настоящий мужчина. Раковина, потому что у нас всё ломается, у нас всё грязно, боже мой, отвратительный ужас. Но мы получили приглашение на вечеринку, я подтвержу, но я не уверена, что я пойду. Да, убирайся. И он улучшил навык механики, настоящий мужчина, молодец. А что случилось? Я не знаю, чем ему сейчас заняться. Давайте он сделает обед. Давайте сделаем макароны с сыром. Моей Лины. Плохо с увлажнением. Мне нужно что-то делать. И с едой у меня плохо. Вообще все плохо, вообще все грязно. Так, Кэндис. Блин, вот вы знаете, что, если честно, я не прям такой любитель. Нет, мне нравится Sims 3, но... Мне нравится, что все очень-очень-очень быстро портится у них. И ты почти все время, как играешь, занимаешься тем, что их потребности успокаиваешь. Так, ладно, не надо туда идти далеко. Да, да, иди сюда. И я хочу, чтобы она немножко поспала. Вот, давай. А, нет, иди на свою кровать. Спать. Потому что у нее с бодростью не очень. И вообще у нее все не очень. Ой, это еще с едой не очень. И с бодростью не очень. Давайте мы что-нибудь перекусим. Иди сюда. Съесть закуску, мороженое. И давайте съедим тост с джемом и тоже ляжем спать. Это как бы у них будет дневной сон. Кстати, я поставила елочку. Ой, елочку вот здесь, потому что эта комната такая пустоватая. У детей у меня здесь два подарка. Кстати, здесь гирлянда. О, не гирлянда, а где-то там венок, носочки. Что еще у меня есть? Вот здесь тоже у меня гирлянды. Не знаю вообще, чья это комната, зачем я ее сделала. Ой-ой-ой, далеко. Что-то мне не очень сильно работает. Потом здесь у меня ничего нет. Здесь... Не, я хотела повесить, просто нет места. Вот здесь у меня гирлянды. То есть как столовая. Здесь у нас веночки и елочка стоит. Тут у нас. И тут то самое место, где у меня умер сын. Угу. Да. Так, дети, сейчас они все сделают, потут спят. Тебе нужно срочно увлажняться. Нам, кстати, нужно будет погружаться. Я хотела сегодня сделать. Сегодня суббота. Сегодня, кстати, можно сделать вечеринку. А по поводу. Чтобы мои дети выросли. Но сейчас я не знаю, кого приглашать, надо все покупать. И да, давайте, наверное, купим хотя бы торт, чтобы не было... Блин, ну как я могу сейчас купить, сейчас они будут спать. Торт испортится. Ладно, давайте. Мы не будем пока покупать торт. Пусть немножко поспят. И, может быть, до воскресенья отметим день рождения, я не знаю. Ну, просто с их этими, как у них все так быстро портится. Кстати, как насчет того, чтобы завести собаку, кошку или еще кого-то? Потому что... У моей Лины желание. Она хочет, чтобы мы кого-то завели. И да, мне кажется, это хорошая идея. Не надо ничего готовить. Нам нужно срочно какой-то увлажниться. И у нас должен был... Да, приготовили еду. Макароны с сыром. Да, возьмем порцию. У нас скоро зима. И я дождаться не могу, потому что у меня все такое новогоднее. Кстати, у нас... Кстати, какой у нас вид потрясающий. И здесь можно вот сразу вот... Наверное, погружаться. Это очень удобно, когда ты русалка. И тут можно листики собирать. Кстати, у нас дом, мы здесь живем, как это, одни. Лучшие друзья. Флорида Эрнандес. И вы должны стать лучшими друзьями, чтобы вы смогли повысить навык обаяния. А, ну, конечно, мы примем эту цель. Но неохота никуда идти. Ой, боже мой, боже мой. Мне очень нравится, смотри, что здесь всякие штуки на земле бывают, семена и так далее. Мне кажется, очень интересно. Короче, что там с увлажнением? Вы так ходите, ходите, ничего не... Да с бодростью все очень плохо. Нет, давай ты больше не будешь есть, потому что ты уж поела. А ты куда пошел? Играть в песке? Зачем тебе играть в песке? Вот сейчас у него было все нормально, опять все испортилось. Так что мы идем опять в ванну. Сюда воспользоваться, принять ванну. Не знаю, он... Давайте ему его покормим все-таки, то, что он тут приготовил. В принципе, вот съесть. И я хочу позвонить, потому что нам нужна няня.
Позвонить. О, нет, не персонажу. Услуги. Заказать услуги. Отлично. Я не знаю, пойдем ли мы на вечеринку. Но я всегда соглашаюсь, потом смотрю, если я могу, то мы идем. Если нет, то нет. Все. Дети у меня вроде как спят. Я знаю, что это очень вообще ненадолго. И как они просто хотелось бы сделать вечеринку. Но так у нас все плохо, все портится. Вы должны вовремя провести обучение в полицейском участке, чтобы улучшить навык обаяния. Принимаем эту цель, конечно же. Это что у нас? Да, взять порцию, я сделал, и вот она пусть в туалет сходит. Русалочка. Чё это? Я не поняла вообще. Вот она, да? Да, вот теперь она, вы видите, сейчас друг... вообще не знаю, кто был даже. Да, мы пока не можем сделать. И давайте, наверное, тоже приляжем, отдохнем. Потому что на вечеринку нужны силы. Поспим немножко. Кстати, у нее здесь что такое? Полный комфорт. Александр. Сейчас... Да, Александру дала уже задание. Короче, очень тяжело здесь играть на самом деле. Кстати, где он вообще? В ванной где-то у нас. Что у него? Огорчение. Давайте посмотрим нашу карту. Вот наш домик. На краю вообще всего мира. И, кстати, мне кто-то говорил, что мне нужно вроде как сходить в ратушу. Вот, вот, где ратушу мне только найти? Так, это не то, не то. Это что? Так, это спа. Мне нужна ратуша. Это что? Это еда, тра-та-та, это все не то. Так, вот. Кстати, вот здесь прикольно жить. Плавать. На учебу. Очень круто. Вот это что? Городской центр. Тра-та-та. Какие-то штуки. Вот ратуша, да? Посетить ратушу. Нет, у меня здесь, короче, ничего такого нет. Ладно. Не надо, короче, ничего посещать. Задание мы пока не можем делать. Но скоро будет зима. Ура! Так, возвращаемся обратно. Возвращаемся в наш дом. О, мне очень нравится. Мне кажется, надо было больше украсить. Но, блин, если я повешу гирлянды в ванной, это будет как-то странновато. Поэтому не стала это делать. У него, кстати, сообщение плохо, но его пригласили на вечеринку. Только я чуть не понял, где вечеринка. По-моему, он уже должен был идти. А, давайте... А, у него сообщение плохо еще. Ну да. В семье столько людей. Кстати, да, такое бывает, что в семье много людей, поговорить не с кем. Нормальное явление. Сюлина пошла спать. И все на... у них так долго. Так, давай звони в услуги. И давайте пойдем позанимаемся садоводскими делами. У нас дерево такое красивое. А нам нужно... Няня нам не нужна. Горничная нам нужна, да? Горничная нам нужна вызвать. Ура! У нас будет порядок. Давай, иди собирай листики. Хотя тоже его можно было, конечно, отправить спать. Ну ладно. Нам еще надо сделать вечеринку. Так, в принципе, все тоненькое. Так что да, я бы хотела, конечно, устроить вечериночку. Так, нет, наверное, мы не успеем пойти на нашу вечеринку. Нам бы свою вечеринку сделать. А, давайте. А как там, кстати, как устроить вечеринку? Вот как ее устроить? Да, вот устроить вечеринку. Сейчас посмотрим. Да, у нас уже зима, смотрите, такое беленькое все. Я хочу, чтобы пошел снег, потому что, да, скоро Новый год, я вообще очень люблю Новый год. Я не знаю, мне кажется, что я человек, тот самый человек, который любит Новый год больше всего на свете. Так, наверное, он сейчас не... Ладно, убрал. Так, что-то ему не нравится. Кстати, у нас курорт же есть, а у нас здесь кто это? Это кошка или собачка? Это бродячая собака. Так, это наша горничная, кстати говоря. Что, мы звоним? Блин, нет, я хотела дома устроить, так что звоним еще раз. Устроить вечеринку. Не знаю, когда у нас получится ее устроить. Я вообще получится ли устроить сейчас ночью вообще-то. Так. Это вечеринка... Похороны! Вечеринки... Похорон у меня еще не было. А, так, где мои дети? Где мои дети? Друзья и соседи, что-то...
Ту-ту-ту-ру. Йорклина. Чё-то я не поняла. А, типа, этот... На ночную вечеринку нельзя детей звать? Или как? Непонятно. Нет, не хочу. Я не хочу вообще делать такую вечеринку, когда все придут. Потому что... Это кто? И там кто? У меня 10 горничных. Он решил пойти спать, но я... Я не знаю, прям отпускать его спать или нет, потому что хотя за вечеринку. В принципе, они немножко поспали. И завтра... И сейчас, в принципе, уже воскресенье. Давайте мы, наверное... Я же... Стоп. Я же ничего не нажала. Кто эти люди? Альфонс... Фу, это Альфонсо мой. А кто там пошел наверх? Что-то мне уже мерещится, короче. Вообще, по-моему, для кого-то спали. Ну, короче, это если не поругаться, они вот так раздельно спят. И, короче, да, у меня сейчас все спят. Потом, когда все проснутся, лучше не станет, потому что у кого-то будет все плохо, у кого-то питание, у кого-то что-то еще. Пятое, десятое, и в итоге вообще ничего не получится. Кстати, дети сейчас уже проснутся. Ну, мы ничего, можем, в принципе, отправить... Ой, отпраздновать вечеринку без Альфонса. Пусть он, в принципе, отдыхает. Я думаю, ничего... Господи, у нас сейчас будет чистый дом. Вы себе представляете, что у нас будет чистый дом? Такого же не бывает. Давайте мы съедим закусочку. Мороженое. И ты тоже съешь. Мороженое. И да, давайте поставим торт, пока я про него не забыла, как всегда. Так, торт у нас где-то... Я нашла. Это в развлечениях. И нам нужен торт, именины сердца. Ничего, такой тортик нормальный. Давайте сделаем хотя бы шарики. То что это мы прям так. Шарики. Я не вижу, когда они-то вот лопаются, и потом такие уроды стоят. Какие-то стрёмные. Ну, в принципе, с подарком. Мне даже поставить их некуда. Ладно, давайте без шариков обойдемся. Все у нас как бы не вечеринка даже. И да. Сейчас хотя бы Лина пусть проснется. Она очень хочет есть. Давайте мы ее разбудим. Вставай. И потом... Ей не надо ничего задувать. Спасибо. Я раз задула, что у меня вечеринка оказалась совершенно другого человека. Смотрите, какие у меня классные тапочки. Это, кстати, кто? Это Кенни. Смотрите! Мне кажется, очень мило, да? Кошечки, по-моему. Мне нравится, что она сразу знаменитость уже. Это кто? Это такие ботиночки. Вот такой у нее тут такой наряд на сегодня. Такой наряд. Который пропадает, да? Угу. Сверху, значит, если вы посмотрите на нее сдалека, это короткое платье, если приблизиться, это длинное. Ну, прям как сверхъестественно. Что-то оно как-то празднично одето, как будто, знаете, на выпускной какой-то или что-то в этом роде. И нам нужно задуть свечи. Кэндис. И я могу так сделать? Стефани, да? Кэндис, отмечать день рождения, приходите все. И Стефани тоже отмечать день рождения. Я не знаю, мне надо было, может, 2 торта купить. Не знаю, сейчас все придут. Кстати, она хочет прочитать книгу. И она очень злая почему-то. И вообще у нее все плохо. И плохие оценки. Я вообще не люблю. И что-то у всех все плохо стало. Ну, посмотрите на Лину, какая она красивая. Опять, так, нет, нет, давай, вот длинное платье, красивое, еще, по-моему, волосы пропадают. Вообще, мне все зависит, нет, все, грязная плита, отлично. Давайте так повернем, чтобы не было видно этого позора. Альфонсо проснулся. Блин, как это сделать? Таран-та-тан, очень торжественный момент. Что ж ты, не могу никак. Вот как-то так, что такое? И, да блин, ну чё это такое? Не знаю вообще, как сделать-то. Ура! С днём рождения, теперь на подросток. Блин, мы не можем выбрать характер, потому что... Я шепнула, детская вот эти во всем. Это что у нас небо? Смотрите, как красиво ночное небо.
Мне вообще неудобно теперь так делать. Вернем наше платье. Так, увидим как. Так, а вторая, давай, иди расти. О, какая девчонка, надо принарядить нормально. А ты иди свечи задувай. Ты задуваешь свечи? Эй-эй. А, блин, мне тоже нужен торт. Простите. Сейчас я исправлюсь. Я просто думала, можно один купить. Я просто забыла, что нужно еще купить торт. И надо было как-то сделать по-умному. Но у меня как-то не получилось, как всегда. Сейчас мы купим еще тортик. Вот, а. Поставим его сюда. И сейчас мы задуем свечи. У меня будут взрослые дети, наконец-то. Главное, чтобы они тоже, с ними ничего не случилось. Как вы знаете, как меня Стефани зовут? Стефани, сейчас день рождения! Снова все мы собираемся. Как-то... И у меня тоже такие тапочки классные с кошечкой. Мне так нравится. Блин, одета, боже мой. Нет, иди сюда, девчонка. У меня тут день рождения дочери. Сестра, ты где? Ты бежишь? Ну, блин, красотка. Ну вот скажите прям, красотка, она еще русалка. Она прям похожа на русалку теперь вообще. Кстати, что она хочет смотреть? Смотреть прогноз погоды. Очень интересно. Кстати, все голодные, все хотят есть. Но приходится смотреть на это день рождения. И сейчас надо загадать желание. И у меня вырастет наконец-то мои дети. Господи, и с ними столько игра, столько намучилась, вы знаете. И вот сестра уже большая, а это все маленькая. Ну, будем считать, что это родилось впервые. Потому что мы быстрее. И давай, да все, уже все хотят, давай быстрее, есть хотим. Прости, ну чё? Да все уже ждут, давай, ура! А ну-ка. Вот это дает она. Причесочка, конечно, и вообще наряд, конечно, вообще. Ну ничего, вообще не праздничный. Все, все берем кусочки торта и едим. Пригласить семью за стол. Пригласите меня, да. Альфонсо видит, как Стефани становится подростком. Разве можно забыть ужас от осознания того, что у нас начался переходный возраст? Совсем не детскими проблемами. Господи, я сейчас так испугалась, вы себе не представляете. У меня же сердце так бешено стучит. Уйди. Мы не хотим... мы не хотим пока в университет. Мы еще маленькие. Так, и давайте. Так, все, у всех нормально. Лина, сегодня ты поешь. Поешь, пожалуйста. Господи, она похожа на какую-то учительницу. Выглядит старше своей матери. Так, я хочу всех собрать, чтобы они поболтали. Ну, в принципе, они вот так здесь могут поболтать. Или здесь надо вставать, здесь же. Вроде как они могут поговорить немножко. Ты можешь, Афонс, что-нибудь сказать? Или тебе нужно встать обязательно? Что-то у них какие-то минусы. Вот у нас такой ужин. С днем рождения. Здесь такие гирлянды. И, кстати, у нас началась зима. Я очень-очень-очень этому рада. Все, ты поела? Да, можешь убрать за собой тарелочки. Отличная идея. Лина, у меня вообще сегодня красота. Красота. А, я думала, здесь телевизор. Давайте мы просто здесь все посидим. Вот так вот. Сесть. Иди, сядь. Что тут можно? Не надо мне никаких сюрпризов устраивать. И ты тоже иди сюда. Что-то здесь что-то можно убрать. Здесь у нас немножко срач после того страшного случая, который произошел с моим сыном. У меня даже нет никаких желаний посмотреть. Думаю, господи, ну иди рожи. Они еще решили поесть? Ну да, в принципе, нет. Тебе не надо больше есть. Потому что ты и так уже наелся. Ты тоже наелась? Не надо есть. И ты тоже наелась. Хватит жрать. Лина не наест, потому что русалка, вы знаете, у нее все. Кстати, она хочет гроб с Скелехильду. Это круто, гроб с Скелехильду, потому что она как уборщица, но вообще это не вписывается в интерьер никак. Когда это гроб. Я просто, чтобы они поразговаривали. Почему тут просто вот нельзя поразговаривать? Вот ты куда пошел? Играть в песке. Ты же взрослый человек, зачем тебе играть в песке? Нет, никуда мы не пойдем. Ты куда пошла? Я хочу. Я хотела, чтобы мы все посидели, мы поговорили. Ты,
о чем поговорить, я даже не знаю. Получу деньги от города, не получилось мне здесь посидеть. Сейчас все разбегутся. 7-4. Это что? Это что сейчас было? Лошадка, блин. Че? Кажется, они вообще не ладят. Вообще. Зато у него поднялось настроение. Давай извинимся. Не знаю вообще за что, но как-то у нас не очень вообще отношения. Поздравить с днём рождения давайте сделаем. О, плюсики, слава богу. И что тут еще есть? Сплетничать давайте. И вот так у нас выглядит море зимой. И мы повысили навык обаяния, кстати говоря. Нам все нужно попогружаться. И да, у нас зима, и я жду, когда же выпадет снег. И опять у нас все плохо. Нам нужно... в туалет, как всегда. Бежим сюда. Ванну, ладно, не будем пока принимать. Ну, смотрите, как у нас все серое. Но трава все-таки зеленая пока. Я люблю зиму, я не люблю, когда все зеленое. Что она хочет? Пойти на выпускной бал. Круто. Пойдем, конечно, на выпускной бал. Итак, я думаю, на этом серию закончу. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. И, кстати, видео будет каждый день до самого Нового года. Может быть, кроме выходных, потому что насчет выходных я не уверена. Так что да, ставьте палец вверх, подписывайтесь. И всем пока. Вы слышали этот звук? Это какая-то кошечка, я так понимаю. Так, все, всем пока.